Гришка, Денис Максимов, Тропель. Всем привет. Работает? Все работает, да? Отлично. А надо на кнопочку нажать. Меня зовут Денис Максимов, и я SEO компании Тробель. У нас сервис по доставке цветов, ну и сеть своих магазинов. Если коротко о нашем рынке, то это уже сформированный рынок. Рынок цветов большой в России, и доля каждый год его, ну именно покупки заказов в интернете, на 10-15% увеличивается ежегодно. Ключевые бизнес-модели на рынке – это офлайн-магазины, и проблема найти вообще этот хороший офлайн-магазин, где можно заказывать цветы и заказать у них, и чтобы доставка была быстрой. И вторая бизнес-модель – это интернет-магазины, и практически все они посредники, то есть это простые маркетплейсы, которые сотрудничают вот с такими же магазинами, и то есть там абсолютно такая же проблема, но у них еще и завышенные цены по сравнению с чем в обычном офлайн-магазине. Что мы сделали? Мы сделали свою сеть по доставке цветов, которая у нас работает на нашей IT-платформе, благодаря которой мы организовываем все бизнес-процессы таким образом, что можем делать быструю доставку, оказывать хороший сервис, потому что все бизнес-процессы делаем сами, и даем хорошие цены для клиентов. Ну и, к примеру, преимущество для клиента ключевое – это то, что доставка у нас в течение 60 минут в любую точку города. На этом графике изображена выручка нашей компании. Мы работаем с ноября прошлого года и на протяжении всего этого промежутка времени показывали положительную динамику. Коротко о нашей бизнес-модели. У нас есть IT-платформа, в которой полностью описаны все бизнес-процессы, и с помощью нее мы контролируем качество букетов, то есть стандарты, проводим аналитику, CRM-система, ERP в ней включена, и также проводим аналитику. И с помощью нее закупаем цветы у брокеров на аукционах в Голландии, и таким образом мы можем поставлять свой цветок в любую точку России. У нас есть отдел маркетинга, и мы его построили таким образом, то, что сделали свою партнерскую программу в CPI-сеть, в которую привлекаем веб-мастеров, людей, которые умеют делать трафик, и они дают нам заказы, а мы отдаем им 18% от нашей выручки. Вот. На филиале у нас расход идет всего лишь 20 тысяч аренда, потому что мы не ориентируемся на первую линию, у нас вообще нет офлайн-продаж, только онлайн-продажи у филиала. Ну, в среднем мы зарабатываем 1,5 миллиона с одного филиала, и оттуда чистыми выходит 200 тысяч рублей. Это уже после уплаты налогов и абсолютно всех затрат. Далее мы сейчас стали масштабироваться по франчайзинговой модели. Почему? Потому что вот мы встретили 8 марта и получили 4500 заявок за 2 дня, когда получаем в день там по 20-30 обращений. И это достаточно тяжело все организовать с помощью IT-платформы. И поэтому нам нужен в городах, в каждом городе, в котором мы открываемся, управленец. И его роль будет выполнять как раз франчайзи. И мы франшизу продаем уже действующим офлайн-магазинам, то есть они уже платят аренду, они уже платят зарплаты флористам, мы им просто даем полностью свою модель, еще и даем цветок, который поставляем им с аукционов, и они не могут купить дешевле цветок, как работать с нами. То есть мы им еще и поставки хорошие обеспечиваем. А они отдают нам проценты от выручки, то есть на маркетинг расходы, на расходы колл-центра и на расходы себестоимости цветка. И таким образом зарабатывают чистыми 15% от той выручки, которую мы им даем. И в среднем на город франчайзи зарабатывают там порядка 150 тысяч рублей дополнительно к той прибыли, которая у него была уже в его офлайн-магазине. О наших целях. У нас была цель открыть 4 филиала, чтобы подтвердить жизнеспособность нашей модели масштабирования. В июле мы открыли еще 3 филиала, помимо Краснодара, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. И сейчас они все показывают положительную динамику. Далее у нас была цель продать первые 3 франшизы. И вот буквально вчера у нас уже был подписан договор на Тюмень. Это был последний город. У нас открыта уже Казань, Сочи и вот Тюмень теперь. И там у нас сейчас франчайзи наши работают. Сейчас наша задача привлечь 7 миллионов рублей инвестиций, чтобы до конца следующего года открыть 64 филиала. Это все города с населением более 250 тысяч человек, кроме миллионников. То есть мы только туда продаем франшизу и продаем ее только одну на один город. Ну, в дальнейшем у нас там есть такие планы по поводу строительства своих теплиц, так как у нас будет сеть в России для дистрибьюции РОС и, возможно, вывода всего этого на IPO.
Для чего нам нужны инвестиции в размере 7 миллионов? Ну, ключевое – это развитие сейчас франчайзинговой модели, формирование отдела продаж, усиление, ну и вложение этих ресурсов туда. Также развитие своей партнерской программы, которая обеспечивает наш маркетинг, и дополнительные расходы, например, на тестирование поставщиков и снижение риска закупок. Что мы предлагаем инвестору? Мы предлагаем 8% от доли компании и ориентировочная доходность его, ну, по нашим пессимистичным прогнозам за 12 месяцев составит 2 миллиона 600 рублей, он чистыми получит вот от нас. Либо же мы готовы, это для нас даже лучший вариант, взять просто займ 7 миллионов по 20% годовых, и мы выплатим полностью сумму займа и плюс проценты. Вот. Всю информацию вы можете получить на нашем сайте www.trobelinvest.ru. Это сайт специально для инвестора. Там можете оставить свой e-mail, и мы вам туда отправим полностью всю нашу экономику, финмодель и бизнес-план. Если говорить о нашей команде, то у меня огромный опыт в интернет-продажах, у меня была сеть интернет-магазинов, а у моего партнера был огромный опыт в реальном бизнесе, у него было агентство недвижимости со штатом более 100 человек. У нас уже в компании работают более 20 человек, то есть это включая флористов и курьеров. Ну, в принципе, у меня на этом все. Если будут какие-то у вас вопросы, пишите, звоните, буду рад. По-моему, шикарный проект вообще. А главное, какая красивая упаковка.